Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Mass Effect 3. Так, судя по всему, мы на финишной прямой. Да, точно, бег через пробел. Так, нам нужно что, победить призрака и потом жнецов? По сути, все. Плюс, скорее всего, еще парочку дополнительных миссий попадется. Но опять, дополнительные миссии. Большая часть из них это просто сбор ресурсов. Такой себе. Так, ты что-нибудь скажешь? Не скажешь, ну и ладно, не очень-то и хотелось. Что ж там еще надо было? Так, здесь мы были. Так, это не то, не то. Вот ретранслятор. Где у нас следующая миссия? Не на цитадели? Правильно будет. Так, да, все. Слушай, а что так много жнецов, смотри? Их реально очень много. Их не было столько, было буквально пару штук. Напасть на базу призрака уже? Вернуться в лабораторию. Офигеть! То есть сейчас... Но это, скорее всего, предпоследняя миссия, потому что после этого... А, нужно еще... Да, мы нападем на призрака, узнаем информацию, как сделать эту супер-пушку, правильно? Тут ничего. И будем уничтожать жнецов. Ну, и все получается. Как-то быстренько прошли. Конская голова, туманность. Хотя у них... Почему такие придурочные постоянно названия у всего этого? Конская голова, стрелецкое зеркало. Вообще же не похоже. То есть как они решили именно так назвать? Типа, что первая под руку попалась? Станция Кронус, ну давай. Шепард, ваши данные вполне достоверны. Флоты готовятся к выходу. Но стоит нам выйти против Цербера, очень скоро это заметят жнецы. А Горн? А, то есть, возможно, это вообще финальный финал. Готов, если не считать катализатора, но спрятать корабли, которые мы отправим на Цербер, не будет никакой возможности. Когда атакуем в безопасности, Горн будет недолго. Штурм Цербера фактически станет первым этапом нашей атаки на Землю. То есть реально, это предпоследняя миссия, потом последняя. То есть он мне советует сначала на Горн. Все, понял. Это он вот так вот хорошо, когда намекает, что... Подожди, ты еще не все сделал. Я сначала хочу убедиться, что мы готовы. Понимаю. Флоты готовы, будем ждать вашего сигнала. Нас опять обратно, что ли? Ну не на... Ты че издевайся? Мы тут только начинали. Так, получается, катализатор... Ну так, если мы нападем на Цербер, там мы и узнаем, соответственно, что такое катализатор, правильно? Или нет? Ну ладно, давай сначала попробуем другие миссии повыполнять. По-моему, у нас всего одна осталась на цитадели. Все. Но это тоже нечестно. Я просрал, по факту, топливо, правильно? А если не сможем долететь в следующий раз? Куда нам там надо будет? О, топливный склад. Он тут был раньше? Это я пропустил? Или... Да куда ты летишь? Ну ладно, допустим. Хорошо, мы заправились. Это хорошо. Кстати, топливо очень дешево стоит. Это прямо огромный плюс, потому что деньги у нас заканчиваются. Так, ну давай тогда вот сюда что поделать. Сначала с цитадели начнем. Но там, судя по всему, на вот эту вот базу придется идти, правильно? И нам, надеюсь, там уже расскажут, что такое Горн. Ну... Как у катализатор для него. Так, пошли, возвращаемся. Доктор Брэнсон. И она, соответственно, его дочь должна уже, скорее всего, разгадать, в чем загадка. Энн, вы здесь? Если она это все время ничего не разгадывала, сидела, плакала, ну капец. Энн, о, капитан. Да, прошу прощения, это очень непросто. Все нормально, я зайду позже. Нет, ты че? Нет, подождите. Я в порядке. Смотрю на это снова.
Он был одержим временами, даже безумно. У меня не было возможности. Иногда мне тоже так кажется. Он был великим человеком, настоящим первопроходцем. Но иногда ему хотелось побыть одному. Мне порой казалось, что я ему только мешаю. В вашем голосе слышна злость. Я на него злилась. До сих пор злюсь. Но иногда его прямо распирало изнутри всякие истории. Мне это нравилось. Поэтому я и согласилась на эту работу. Не могу поверить, что его больше нет. Мы узнаем, что произошло. Да, мы обязаны. Я должна знать, что же стояло за этим артефактом, ради чего он умер. Нам нужна ваша помощь, больше надеяться не на кого. Да, верно. Я должна разобраться в работе отца, попробовать что-то найти. Энн, вы уверены, что готовы? Да. Я помню, что когда мной управлял Левиафан, я оказалась в холодной комнате. Но отец учил меня не бояться темноты. Как это поможет? Ну давай, рассказывай. Меня поражает то, что вашему отцу вообще удалось заполучить это. Он был очень взволнован. Ваше заявление явилось косвенным подтверждением. Мы сделали все необходимое, чтобы защититься от одурманивания. Конечно, образец был полностью экранирован, а мы проходили регулярно. Но теперь, из-за этого артефакта, я все равно оказался одурманена. Похоже, что так. Все равно, что труп... Так, ему что, за тобой постоянно ходить теперь? Ну, а мы не можем сбоку поговорить, надо именно сзади, да? Вы изучили Рахни? Я написал о них диссертацию, отец считал, что это пустая трата времени, но теперь, может, эта работа может поможет нам влиять на Левиафана? Каким же образом? Мы считаем Рахни телепатами, они именно на самом деле не являются. Королева отдает приказы на малом расстоянии. А на большом расстоянии она использует природный аналог квантом... Наверняка Левиафан делает нечто подобное, применяет специальные частицы, чтобы воздействовать на нервную систему. Связь он устанавливает при помощи артефакта, потом можно управлять разумом тех, кто находится. И опять с тобой надо поговорить, да? Или что? Да. Мы не могли обнаружить никакого излучения от артефакта. Ножницы как-то сумели использовать артефакт. Моя теория состоит в том, что большую часть времени... Как так случилось на стороне? Чего? О, а ты откуда тут? Как ты тут оказался, Джеймс? Слышал, тебе удалось сесть на хвост истребителя жнецов. Интересно было взглянуть на то, что испугал этих тварей. Я так думаю... Да что, ты до сих пор говоришь? Я фан посылал сигнал, да. Энн, я знаю, что вам тяжело, но если вы сможете еще что-то нам рассказать. Я думаю, что смогу что-то еще рассказать. Но, возможно, сумею показать. Вы о чем? Артефакт отправляет сигнал только когда Левиафан кем-то управляет. Пускай он будет управлять мой, тогда мы сможем отследить сигнал. Слишком рискованно, но я не согласен, надо попробовать. Мне это не нравится, но выбора, похоже, нет. Вы лучше меня знаете, что, на что способен Левиафан, если чувствует угрозу. Я понимаю, насколько это опасно. Вы ищете что-нибудь, что поможет в бою со жнецами, капитан. Я ищу чудовище, которое убило моего отца. Мы по-прежнему знаем, мы кого ищем. Тогда надо это выяснить. Капитан, что мы делаем с Энн? Это чертовски опасно. Я в курсе. Сузи? Энергетическая сигнатура зафиксирована, ожидая активации. Смелый поступок. Не знаю насчет смелости. Может, это безумие. Я буду рядом. Хорошо. Я готова. Джеймс, отключи сдерживающий щит. Щит отключен. Артефакт не работает. Есть что-то?
Пока что нет. Да, что-то холодное. Подожди, а почему артефакты ей управляют, а не Шепард или мужиком этим? Голд. Чего? Сузи. Пока следов. О, черт. А свяжусь сигналом, поддержите соединение. Остановитесь. Вот неприступно. Господи. Поддерживайте соединение. Слушайте меня, я тебя нашла. И прямо за мной идут жнецы. Вы мне угрожаете. Как и ты нам. Я видела, на что ты способен. Ты нужен им. Нет никакой войны. Есть только большая жатва. Сузи, есть результат? Частично. Поддерживайте соединение, я определюсь точнее. Ты же слышала, уже хватит, я включаю щит. Давай. В смысле давай? Нет. Это мне надо было его остановить, что ли? Ну нет. Вот дело. Ты зачем? Ну, она ж никому не угрожала, это во-первых. Во-вторых, вы не могли ее заковать предварительно, чё? Энн, вы целы? Энн, right? Yes. Да, думаю, да. I think so. Did we get anything? Мы что-то узнали? Yes. Да, но поиски будут долгими. Я передала координаты на Нормандию. Good. Хорошо, с этого и начнем. Commander, капитан, я чувствовала еще что-то. Гнев. Он знает, что мы близко. Я думаю, он хочет вас убить. Иди сюда, вам нужно отдохнуть. Ай, ну побочку надо сделать, иначе мы не сможем победить, правильно? Нам нужно запустить Горн. Вернуться на Нормандию, иначе без Горна мы можем не выиграть. Горн это вот это вот, которая как погремушка, я так понимаю, там будет супер огромный лазер просто. Так, хорошо, давай следующую миссию, что там? Нам же тут больше нечего делать, да, больше нечего делать. А, так, и куда теперь? Ага, вот, искать Левиафана я вижу. Ну, нападать на... Ну, смотри, ну реально жнецов как-то... Очень много, очень много. Их не должно быть прям столько много. Либо мы делаем что-то не так, либо это по сюжету так надо. Поэтому ненавижу выбор. Никогда непонятно, ты накосячил или так и должно быть. Так, искать Левиафана, пошли. Ох, ё, это мне надо... Ну почему-то мне кажется, что он либо слева снизу, либо справа сверху. А, сейчас жнецы, да, будут нападать на нас? Пока нет, странно. Запуск сканера. Сейчас, прикинь, с первого раза же найдем его. Будет шикарно. И? Неудачно. Так странно, что пока жнецов нет. Это очень странно. Может, нам пока везет просто. Вижу, вижу, вижу. Тоже неудачно. О, найти что-то? Да ладно, нашли. Какие военные ресурсы, ты угораешь? Что с Левиафаном? Мы его не нашли, я так понимаю, да? 100% ресурсов получено. Ты что, издеваешься? Мне Левиафан нужен. Какие ресурсы? Ну, походу, все. Мы просто... Малайзия? Чего? Очень понятно, спасибо, что дали описание. Непонятно зачем. Так, ну давай вот сюда попробуем. Пситофета. Ну, угарно звучит, значит, скорее всего, тут. Или с моим везением окажется на последней планете, да? Да. Правда, я думал, вот это вот на Сатурн что-то похоже, но вот на той планете будет. Давай. Угадал. Успешно, подожди. Эти координаты совпадают. О!
Я же сказал, вот у меня изначально глаз на правую прыгнул, но внизу как будто бы больше похоже, что было бы. Не угадал. Блин, ну это всегда из двух вариантов выберу не тот. Третий сверху я даже не рассматриваю, потому что, ну, вообще не верилось, что они там будут. Что там будет, Левиафан? Что ж такое, глаз опять чешется? Мои глаза просто не верят в это, понимаешь? Было два варианта, не тот. И так всегда. Кортес, а что с нашими запущенными? Слежу за ним прямо сейчас, капитан. Уже ясно, что сигнал Левиафана идет с этой планеты. Слышал, как Энн помогла нам найти его. Жуть, если честно. А где капитан наш этот? Совершенно не представляю, что мы найдем. Доктор Брайнсон назвал Левиафана истребителем жнецом. Мне кажется, он вовсе не желает, чтобы его обнаружили. Выбора у нас нет, мы уже здесь. Но что потом? Если он окажется жнецом, неужели мы на самом деле ему предложим союз? Но почему... А почему нет? И никто не говорит, что мы должны с ним подружиться, если эта штука заставляет остальных жнецов нервничать. Капитан, есть новые данные зонда. Мы более-менее определились с местом, где прячется Левиафан. Итак, он где-нибудь в океане. Я вижу множество конструкций, плавающих на поверхности, но зонд указывает на источник, сигнал находится ниже. Под водой? Похоже на то, но челнок сможет туда погрузиться. О, класс, наконец-то! Очень хотел подводные какие-нибудь миссии, игры. Это возможно? Кадьяк должен выдержать до 1000 атмосфер. Но придется нам узнать. Что случилось? Нас зацепило каким-то импульсом. Система не работает. Приготовьтесь к столкновению. Ну так руль-то у тебя все равно есть. Направляй в воду. Зачем ты... Не дай бог поцарапал. Я тебе зарплату спешу. Ты же сам сказал, он умеет плавать. Ну так направь на воду. Ты же сам сказал, цель под водой, и он умеет плавать. До 1000 атмосфер. Все целы? Я в порядке. Дождаться ремонта? Ну ладно. Осмотрю повреждения, попробую восстановить энергоснабжение. А пока мы посмотримся. Так, изменить выбор. Аргус. Аргус это с автомата, да? Мотыга, я запомнил. Мотыга. Вот, Аргус. Урончик. Меткость вообще нулевая. Нет, спасибо. Не-не-не-не-не. Давай так. Оп. Как много с разных деталей. Вроде корпус должен выдержать. Какой бы... Святой не опекал разведчиков нулевого элемента, сегодня он нас уберег. Несмотря на чертовски сильный удар о воду, при посадке монарх удерживал достаточно воздуха, чтобы держаться на плаву. Все радуются тому, что уцелели, а капитан Пратт даже приказал открыть шампанское. Жить стало вроде веселее. Главный вопрос, кто нас бил? Куншань говорит, что это точно не молния, а какой-то импульс, похожий на прицельное попадание из энергетического оружия. Но откуда могли стрелять? В эфире полная тишина, океан пуст. Техники сегодня постараются перераспределить энергию, чтобы сбросить массу перед запуском двигателя. Если все пройдет удачно, через сутки мы поднимемся в воздух. Ой, класс, вот эта атмосфера. Шепард, это же артефакт. Понятно, почему это... Куда ты смотришь? Где артефакт? Ну там? А, вижу, да. Как ее такую вот пасмурную погоду, такую вот дождливую атмосферу. Никак не взлетит. Не могу понять, какой вообще урон нанесен кораблю тем импульсом. Все соединения в норме, но двигатели не работают. Аварийный маяк тоже отказал, но остальная часть электроники пока в норме. Не похоже, что результат экранирования. Без аварийного маяка нам не спастись. Запасы еды подходят к концу. Капитан приказал установить палатки на палубе и начать собирать дождевую воду. Так мы хотя бы будем заняты. Брукс предлагает использовать орудие Тритона, чтобы глушить рыбу. Я бы поддержал, но пока не видел тут ничего похожего на рыбу. Вот бы мне быть таким оптимистом. А, они умерли, то есть не дождались, да? Падальщики, понятно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да что ж такое-то, а? А, еды осталось на... Вот тут, например, колесико. Для чего оно? Уже и так вылезает. Ну, вот этот вот кусочек не вылезает. А еды осталось на 2 дня. Брукс отправил зонд ко дну. Тот вернулся с биолюминесцентными водорослями. А съедобных среди них нет. Я предупреждала, что никто бы не пытался их съесть, пока не закончу анализы. Но Ромеро и Моллинс все же не сделали это. Теперь...
Их уже несколько часов тошнит. Мы потратим много пресной воды на борьбу с обезвоживанием. Отправили группу Куньшань на плоту к другим обломкам. Они вернулись с какими-то инопланетными устройствами в виде сфер. Но еды не нашли. Хотелось бы верить, что сферы дадут нам какие-то ответы. Но если бы среди них был способ спастись, то другие корабли бы здесь не дрейфовали, верно? Холодает. Знаешь что? А почему все записки на русском? Ладно, если бы и на человеческом, хорошо, хотя бы на человеческом языке. А почему на других языках нет? Было бы прикольно, если бы появился, ну, какие-то реально выдуманные языки, и она такая, подождите, я перевожу, и хотя бы одну секунду, вот есть инопланетный текст, и он типа мелькнул на обычный, на понятный нам. Почему так не сделать? Какой кайф, я прям вообще не хочу уходить. Если бы вода еще была нормальной, было бы вообще классно. Смотри, просто вау. Класс. Смотрите, наверху. Жнецы, они были прямо у нас за спиной. Защищайте челнок. Где они? Ага. Так, вроде попадай, но я не вижу, кто там и где он там. Вот здесь нормально, да, вот тут нормально будет. Блин, такую атмосферу испортили, но я так и знал, что кто-то появится. Как обстановка? Знаешь, тут было бы идеально, если бы какие-то монстры появились. Типа, модифицированные жнецы. Нет, лучше вообще знать, типа, Ктулху, вот что-нибудь по Лавкрафту. Это было бы идеально вообще. Какие-нибудь глубинные твари. Как хочется вот такой вот игры, а. Жаль, лишь эпизод коротенький такой есть. А, Кортес! А, почти закончил, капитан. Куда ты полетел? Вернись. На. Да, автомат, видишь, слабый какой. Пистолет у нас выносит чуть ли не сразу все. Куда ты? А чё вы так и мало им урона наносите? И почему, кстати, мои помощники не могут носить автоматов, дробовиков, только пистолеты? Подожди, мне показалось или там вдалеке? Показалось, я думал, там кто-то огромный будет. Что он сказал? Так, защитить челнок. Хорошо, значит, рано пока. С той стороны они же не смогут пройти, я надеюсь. Подожди, давай глянем. А, с этой могут. Ой-ой-ой, это плохо. Так, ну, подвинься, а что ты встала? О, господи. То есть, когда она спряталась, она не может двигаться. Даже если спрыгнуть надо. Еще минуту, да? Не торопись. Там что-то воду упало. Что ты там сломала уже? Сузи, куда ты лезешь? На тебя в жопу. Ой-ой-ой-ой-ой. Делаем вот так вот. Все, я против каких-то мощных буду использовать этот пистолет лучше. А против обычных. Да блин, опять ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрей, быстрей, быстрей. Нет, нет. Фух. Да кто по мне попал? Как? Или это он умер и по мне урон нанес? Идет сохранение, это хорошо. Но тогда и ты должна возродиться, по идее, нет? Если сохранение идет. Быстрее вставай. Быстрее, быстрее. Оп. Все, успел. Ага, про денежки тоже не забываем. Хорошо. Есть еще кто? Че это за звук был? А, попал еще один импульс, управление отказало. Проклятие, Кортес, к нему. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Не повезло. Капитан, у меня враги, я под огнем. Да иду я, подожди. Понятно, мы тут залезть не сможем, да? Ой, какой большой робот. Давай, бежим, бежим. Валим, 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 валим. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. А, слышал, какого хрена он полетел без нас? Погнали. Адреналин. А чё не работает? Я ж нажал адреналин. Так, я понял.
Ситуация? А ты не видишь? Челнок вздребезги, капитан. Импульс достал его в воздухе, мы никуда больше не полетим. А почему вы в Нормандии? Просто нас не подобрать. И такая же дрянь случится с ней, приземляться будет ей еще тяжелее. Я бы сказал, что у Левиафана тут какая-то оборонительная система. Заинтриговали, что за Левиафан, как он выглядит? А что так эпично они... Опа, а это ты? Значит, мы не выберемся отсюда, если его не найдем. И какая же... Ну, мы можем использовать робота, он как раз приспособлен для погружения. То есть все-таки нам под воду надо, да? А что ж ты тогда... Погружаться? В этой штуке? Она выдержит. Не говорю, что будет просто, но вариантов больше нет, капитан. Но раз вариантов нет, приступаем. Вот если сейчас под водой не будет, ну подводных тварей, ну вы чё? Шепард, возможно, вы не представляете, насколько это опасно. Мы на самом деле... Первым делом нужно восстановить питание, чтобы открыть дверь грузового отсека. Как? Похоже так. Старые корабли класса Баллард оснащены внешними силовыми разъемами. Для введения экстренного питания можем снять батареи с челнока и использовать их. Подожди, я сейчас сделаю. У меня есть батарея, смотри, капитан, куда ее воткнуть. Давай, так. А, я думал, нам вручную нести ее будет. Типа, мы не сможем двигаться. Нужно будет только в руках нести, и все. Типа, руки заняты будут. Ты понял. Большой-большой провод. Да, я думал, так будет выглядеть. Мы запитаем от самого челнока нашего. Да подожди, просто беги. Все, молодец. Еще одна батарея. Да, блин, подожди. Так, а ты что такой подвижный? Слышишь, такой огромный и такой подвижный. Подожди. Еще разочек. Все, отлично. С остальными автомат есть. Так, я тебя видел. А, еще одна. Да ты что, прикалываешься? У нас патронов как бы нет. Где мне их взять? Мы столько уже уничтожили их. Подожди, это что, гигант? Не, это этот. Пофиг. Так, давай еще батарея. А сколько их всего, ты бы сказал? Уровень зарядки 29%. А, 28? А, мне еще и на скорость надо это. Вот, да, вот когда на скорость, да, надо посидеть. Но у нас тоже батарея не бесконечна, правильно? Мы не можем вот так вот постоянно бегать. Вот еще батарея. Там же гигант не приземлился, подожди. Сейчас я его в первую очередь вынесу. А, их двое даже, класс. Патронов нет, зашибись. Вообще, смотри. То есть попадание есть, но урона нет. Ты видел? Так, давай вот так. Как будто бы есть, но очень слабо. Ладно, хрен с ним. Давай вот так. Ну, бери батарею. Быстро валим, 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 валим. Давай вот так, адреналинчика. Быстрее, быстрее, быстрее. 92%, но маловато, я так понимаю. Так, капец. Не, ну когда столько огромных тварей, нам нужен этот пистолет, а где нам патронов-то взять? Класс. Это, конечно, все хорошо. Но нам патроны нужны, что нам с ними-то делать? А сзади как будто урон нормально наносится, не? Так, где-то здесь еще один урод есть. Ага. Класс, меня еще обстрелили. Ну, походу, слили миссию. Да, у нас уже и батарея садится. Класс, вы бы мне патроны лучше дали. Подожди, да возьми ты. О, отлично. А, вот этого... Класс, это еще и заряжающаяся пушка, да? Давай на время попробуем успеть сделать, и все. Вдруг прокатит. Давай так. Нам прям 100% надо, да? Так, хорошо. Ой, патроны появились сразу. Тритон, отлично. Надеюсь, он боевой хотя бы. Ну, хотя он для погружения под воду. Скорее всего, пушек нет, правильно. Наверное, ботов сначала надо было отстрелять, но я... О, есть, то есть, отлично.
Капец, сколько вас там будет? Еще одна тварь. Да что ж такое? А зачем боевой корабль под водой? В чем подвох? Так нечестно, слышишь? А чё я стрелять не могу? Капец, тут долго перезарядка идет. И чё мне делать, собственно? Цель какая? Убить врагов, понял. Ну все, собственно. А получалось, кажется, мы прорвались, капитан. Мне нужно погрузиться, пока они не вернулись. Понял, как будете готовы, возвращайтесь ко мне, я должен робота сначала смотреть, все, понял, иду. Что-то я не уверен, что мы тут пройдем как-то. Аккуратно. Вообще для робота как будто бы мостик должен быть, не? Определенный. Ну давай, смотри. Так, капитан, мне нужно проверить системы. Шепард, я понимаю, что тобой движет, но ведь это огромный риск. Мы слишком далеко зашли, останавливаться поздно, Левиафан. Вот наш путь домой. Так, живы в порядке. Давление, дыхание, смеси, все в норме. Все системы работают. Все готово, насколько это возможно. Поехали. Осторожней там, капитан. Закрываю люк. Никакого морального выбора, ну, сомнений никаких. Включаю системы, готово. И всем умеет пользоваться. Проверяю систему. Слишком. Слышу нормально. Ну, поехали. Какая умница, а? Всем умеет, все могет. Погружение через 1, 2, 3. Наоборот, неважно. Просто сыкливая. 1, 2, 3. Сейчас до нуля дойдем. 4, 5. А как всплывать потом? Ну, это боевой робот. Как там? А, как костюмчик, капитан? Пока неплохо. Хорошо, у меня тут какие-то помехи, минуту. Ясно. Капитан, меня слышно? Сигнал слабеет. Что-то нас глушит, жду ответа. Да ты что, то есть Кортес? На поверхности глушило Кортес сигнал, а под водой уж тем более глушит? Да ты что, Кортес? Гигантский монстр подводный, гигантский морской монстр. Сейчас, вот так. Гигантский морской монстр, гигантский морской монстр. Пожалуйста, но это лучшая миссия вообще за вторую и третью часть будет считаться мной. Пожалуйста, пожалуйста. Неожиданно, да? Прикинь, Левиафан — это сама планета, окажется. Морской монстр. А как морской монстр вообще уйдет? Но нам же не дадут под воду играть. Это слишком большая нагрузка будет на процессор. Что? Ты подожгла воду? Кстати, да, куда тут патроны складываются? Как ты будешь всплывать? Куда тут топливо, реактивный ранец? Как это все работает? Эта бандура должна быть вообще огромной. Не знаю, слышно ли меня, но я закончила погружение. Тут почти ничего не видно. Прикинь? А робокостюм более-менее работает. Аварийной системе жизнеобеспечения в норме. Может, огонек это куда идти стоит? Сканер показывает, что зонд внизу. Ищу... А какой сканер? Почему я его не вижу? И куда мне точно надо идти? Так, давай сохранимся. Нельзя, да? Серьезно, тут нельзя сохраниться? А я не уверен, куда надо идти. И почему... А, фонарь лопнул, все, точно, нам показали. То есть тут так вот спрыгнешь просто. А что так медленно? Наверное, давление большое, да? Какая глубина? Не видно. Отключаю все системы, кроме жизненно важных. Не знаю, сколько съест двигатель, чтобы поднять меня на поверхность. Вот я про это и говорю. Не до этого сейчас. Так, бегать мы не можем, да? А, проходят очень странные показатели зонда. Определенно, тут что-то есть. Вот я тоже говорю, как ты подниматься будешь? Давление... Но давление уже критическое, как бы. Видишь, красное — это уже все. Да и ты прыгай как-то поаккуратнее, что ли. Хотя это ж не экзокостюм, не экзоскелет, правильно, это большой робот. А зонд прямо подо мной. Похоже, это последний спуск. Вот такой вот, с такой высоты уверена? Это плохая идея, я бы не стал прыгать.
Ну вот смотри, походу тут очень большое давление, именно поэтому мы вот так вот медленно падаем. Но с другой стороны, почему тогда вот такой дух большой, сильный? Приземление такое жесткое, почему? Так давление растет. Давление паскали, мегапаскали, что там вообще у нас? Тут не написано. Вот, почему такой ду-ду? Нашла зонт. Он цел, кажется. Иду дальше. Ну а зачем ты искала его? То есть ты его даже подбирать не будешь, да? Зачем искала тогда? Я понимаю, что это, скорее всего, направление нам показывают, куда идти надо, правильно? Что это? Ну это же вроде как, и, как освещение нам работает, правильно? Рыбки. Бывает. Да, обычно под водой рыбки водятся, но не на такой же глубине, кстати. Или это пузырьки воздуха? А вот левиафан. Ну, да ты черт какой-то. И что здесь лицо? Мы зашли слишком далеко. Откуда ты это сказал? Это Патрик на ультрах, что ли? Мне необходимо было найти тебя. Вы не на своей земле, вы вторглись во тьму. Ты убил жнеца. Я хочу знать, почему. Моргни хоть, где у тебя глаза тут? Они наши враги, они хотят нас уничтожить. Вот эти вот огоньки, но вообще не факт. У него много каких деталей мелких. Но я думала, что ты тоже жнец. Они всего лишь звуки эха, мы существовали задолго до них. Тогда кто вы? Нечто большее. Чё ты кашляешь? Ты ж воды даже не нахваталась. Твой разум принадлежит мне. Дыши. Энн, что случилось? Твоя память дает голос нашим словам. Нам открывается твоя природа. Смирись. Вся галактика сражается со жнецами. Ты победил одного из них, почему бы не продолжить? Нет никакой войны, если жатва. Что такое жатва? Тогда помоги нам это остановить. Никому не хватало сил в прошлых циклах. Даже ваш род можно уничтожить одной мыслью. Но ты отличаешься. Я следил за твоими действиями в этом цикле. Ты противостоишь жнецам. Они видят в тебе угрозу. И мне нужно понять, почему. Потому что я такая особенная. О, вот и очень странные дела подошли. До начала циклов наш род был вершиной всего живого в галактике. Слабые народы были нашими рабами, служили нам. Мы становились сильнее, они получали необходимую заботу, но мы не могли защитить их от них самих. Время от времени какой-то из народов создал машины и оказался ими уничтожен. С мертвецов дань не собрать. Чтобы решить эту проблему, мы создали искусственный разум, задача которого была сохранить жизнь любой ценой. Обучаясь, разум постигал историю развития цивилизаций. Его понимание проблемы углублялись, и в какой-то момент он нашел решение. В самое мгновение он предал нас. Наш народ он решил собрать первым, как самый слабый плод. Из нас был создан первый жнец, вы называете его предвестник. Вы построили эту машину, несмотря на опыт других народов. Почему? Ты даже не можешь представить целую галактику, покоренную твоей волей. Каждое существо, каждый народ, каждая планета, все становились нашими инструментами. Тревоги низших созданий нас не волновали. Созданный разум представляется нам лишь очередным инструментом. И теперь мы все платим за вашу ошибку. Не было никакой ошибки. Разум все еще выполняет нашу задачу.
Как тебе удавалось прятаться все это время? Мы не были истреблены полностью. Некоторые выжили, укрывшись в темных уголках галактики. Я их детище. Такой эффект голоса не добиться без монтажа голосового. Без обработки. На протяжении циклов мы управляли народами и рабами, они трудились, строя малейшие сны. Так что мы выжили. Было сохранено в тайне жнецов. Сегодня мы наблюдаем за происходящим через осколки. Осколки? Они же найденные нами артефакты. Они как окна в галактику. Инструменты, при помощи которых можно наблюдать за событиями цикла, не покидая укрытия. Через них мы видим и изучаем, оставаясь в тени. А как же разум победил тебя? Чтобы найти решение, ему потребовалась информация, физические данные ограниченной силы, населяющей космос. А почему они показывают персонажей из всех предыдущих трех частей? Было бы шикарно, камео, нет? Создать армию из посыльных. Против нас обратились бы предупреждения без видимой причины. Настоящая бойня. Только большая жатва. Что тебе известно о Горне? Мы уже видели, как его пытались создать. Ни разу строительство не было доведено до конца. Те, что пытались, все равно были собраны. Результат неизвестен. Расскажи мне о жнецах. Каждая жатва заканчивается рождением жнеца. Обличие совершенно, потому что скопировано с образа предвестника, с нашего образа. Каждый жнец может влиять на органиков за бесчисленные циклы. Это умение было ошлифовано став тем, что вы называете одурманиванием. А какова ваша цель жатвы? У разума есть единственная цель. Сохранение жизней. Эта цель пока недоступна. Он приказал жнецам создать ретрансляторы массы, чтобы уменьшить время, проходящее между циклами. Галактика стала местом проведения эксперимента, а эволюция — инструментом. Закончится ли это когда-нибудь? Неизвестно. Пока разум не найдет то, что ищет, жатва будет продолжаться. Хорошо, я понимаю. Ты поможешь нам прервать цикл? Я изучил твой разум, да. Ты выделяешься, но этого недостаточно. Подожди. Смена циклов продолжается. Нет, ты же наблюдал. Ты знаешь, что этот цикл особенный. Мы выживем. Ты останешься здесь, чтобы выполнять наши приказы, а остальных соберут жнецы. Если ты отпустишь меня, никто не будет собран как урожай. Никаких перемен не будет. Жнецы знают, где ты. Тебе нельзя дальше просто наблюдать, придется сражаться. Даже если ты выживешь в сегодняшнем бою, жнецы никогда не остановятся. Отпусти меня, и у нас будет возможность покончить с этим раз и навсегда. И в чем логика, чтобы мы раз и навсегда стали их рабами? Ну да, да, я понял, вы хотите показать, что он огромный. Их несколько. А, типа большая... Все, я... Сам, твоя самоуверенность удивительна. Я это заслужила сражаться, как следовало бы и тебе. Понятно, почему жнецы видят в тебя угрозу. Твои победы не являются плодом случайности. Мы будем сражаться, но не ради тебя и не ради судьбы низших народов. Мы были первыми. Мы были самыми сильными. Мы выживем. Жнецы вторглись на эту планету, ощутят нашу силу. Они станут нашими рабами. Slaves. 300 бакс. Сегодня твою дань они заплатят кровью. Все, выспалась. А че вдруг все пищать начало? Чего вдруг? Мы как стоим, мы ж не двигались. Сам костюм вообще... Он ничего не испытывал, костюм. Он просто стоял, алло. Вот откуда это? То есть есть разница. Вот так. А тебе не кажется, что он как-то маленькая?
и сконцентрировано в одном месте, оно бы... Как оно не оторвется? Ладно, вообще, если ты видел в фильмах, например, у Железного Человека, оно и в ногах, и в руках, и еще на спине, чтобы как раз таки нагрузку распределить. А тут оно тупо на спине, оно бы просто вырвалось, не? Хотя это будущее, возможно, какие-то спецматериалы. Почему такие большие неторопливые? Да ладно, но остальных же кровь не текла, когда их захватил, тывал из женец, кстати, разум. Правильно. О, нет, 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 ну как ты так припарковалась? А чё, мои не хотят помочь, да, пострелять, хотя бы отвлечь? А, то есть сейчас вы решили, да, отвлечься, да? Спасибо, да. Шепард вернулась. Кортес, как дела? А, мы отправляемся. Не знаю, что капитан сделал, но импульсивное оружие отключено, наверное. Кого убили? Нашего или не нашего? Ну, точнее, под контролем или не под контролем? Ух ты ж, ё. Видимо, нет. Как тут сцены из хороших в плохих переходят резко, ты видел? Чего ты вдруг упал? А у него что ли стрельнуло, когда я не видел? А, проклять, ну куда ты? Так, хорошо, а как эти осколки по всей галактике раскидают? Но остальные-то, я так понимаю, осколки уже нашли, правильно? Так, вы можете разумом управлять, а не техникой, вы чё? Чё за прикол? И разве вот эти вот... вот эти вот, как их там звать? Шепард, богиня! А. А, она замерзает. Как она называлась? Левиафаны, они не станут новой угрозой, не? С тобой все хорошо? Да. Да, я в порядке. Только голова ужасно болит. Нам повезло, что ты вернулась. Энн Брайсон на связи. Хорошо, выводи сюда. Капитан, вам уже лучше? Да, спасибо. Я пришла в себя. Что случилось? Мы нашли его, Энн. Мы нашли в Левиафана. Оно того стоило? Да, мы нашли его, заставили, вытащили на свет. Нравится ему это или нет, но теперь ему придется воевать. Звучит потрясающе. Да, эта история войдет в учебники. А, я надеюсь, потом вы расскажете все подробно. Отец был рад, что нам удалось докопаться до истины. В смысле, потом лучше сейчас на диктофон там или куда-то записать. А, адмирал Хакет попросил меня присоединиться к его исследовательской группе. Каждый вносит свой вклад. Я тоже должна работать. Потому что... Беги, Сиан. Спасибо вам за помощь. Конец связи. На нее охотится чуть ли не вся галактика. Ее хотят убить. Лучше сейчас пускай расскажет, на всякий случай. Так, но мы не подобрались, что там за катализатор. Чё ты говоришь? Альянс исключил дополнительную информацию. Искал дополнительную информацию о жнецах. На ее изучение уйдет не один год, думаю. Я уже слышал название Кодекса Левиафана. Нам придется по-новому заглянуть на историю галактики. Жнецы существовали не всегда. А если мы победим, то не будут существовать и в будущем. То есть ваша цель прямо истребить их? Можно и так сказать. Наверное, да. Это единственный путь. Идите, постарайтесь, чтобы так и было. Это важный шаг в правильном направлении, Шепард. Спасибо. Спасибо, сэр. Конец связи. Ну, блин, меня смущает, потому что я примерно на слух тоже ориентируюсь, что они говорят. Ну, зачастую... Ну, как зачастую? Короче, иногда не совпадает то, что они говорят. Господство открыто. Мощно. Иногда не совпадает то, что они и говорят с тем текстом, что они пишут. Давай просто глянем, есть новые миссии или нет. Мы так и не нашли катализатор, вы чё? А это последняя миссия была, и нет предпосылок для новых. О, новое сообщение, вот это есть предпосылочка, отлично. Давай, бэм-бэм-бэм. Чё оторвёмся? Ну что, Нормандия в доке, отличный шанс затусить и попасть в парочку перед Триак. Встретимся около игровой зоны на основном уровне, если ты участвуешь.
Мне поступило интересное предложение, которое я хочу обсудить с тобой. Встреться со мной рядом с казино в дальнем конце того, что вы примитивные формы называете Silver Sun Strip. Учитывая то, что оно сделано не из серебра, а Silver Sun. Разве так будет звучать Silver Sun? Серебро. И не находится рядом с солнцем, глупые примитивные. Отлично, вы открыли мое письмо. На самом деле оно не от военного командования Азари. Командование сейчас занято тем, что следит за останками своей планеты. Значит, вам удалось выжить в нашем поединке на Тесси. А вы не так слабы, как и я думал, но не забывайте. Кле. А, это этот. Казах, киберказах. А вы не так слабы, как я думал. Но не забывайте всех наших усилий. Всех ваших усилий не хватило, чтобы остановить меня. Теперь целая планета погибнет из-за того, что вы не смогли победить. Легенду о Шепард пора переписать. Надеюсь, что предложу свою руку к этой главе. Понятно. Рапорт. Мой отряд продолжит защищать топливный реактор. Жнецы, похоже, твердо решили захватить его. Ну уж только не в мою смену. Мы выстоим. Капрайли, хорошо. Все еще на ногах. Капитан Шепард, я хотел сказать, что я нахожусь в неоплатном долгу, но только потому, что вы спасли мне жизнь, но и что дали мне ощущение полезности. После всех испытаний, что выпали нам на Антароме, я могу теперь предложить другим не только свои технические умения. А, я понял, что это. Да-да-да, все, я понял. О чем речь? Хорошо. Так, назад. Покажи, что там у нас. Так, летим сюда. Нужно топливо срочно. И расскажите, где у меня следующие миссии-то. Стоп, тут есть топливо где-нибудь? Нет, вот смотри, опять же, нет топлива. А это плохо. Что такое большая эта система? Какая нагроменная. Готовность жнецов. Почему? Тут же... Почему они то есть, то нет? Так. Ну вот, напасть на призрака и цитадель. Все. Остается только цитадель, правильно? Ладно, тогда давай сейчас сохранимся и все. Так, нам осталось только Горн, и после этого можно завершать игру. Без Горна нефиг сюда лезть даже. Все, может быть, с нашим каналом, чтобы увидеть в следующей серии. Скоро увидимся.